Ну что, ребятки, всем hello. И у нас еще одна доставочка. Будем смотреть. Что, где, почему. Что здесь есть? А, это пофиг на пульс. Так. Ага. Еще посмотрим, что здесь. А вилки они не дали, да? Салатик какой-то с капусточкой. Это походу гамбургеры. Что у нас здесь? Ни салфеток, ничего, да? Ну ладно. А, это картошка по-деревенски. Значит, такая картошка по-деревенски. Бэл. Куда ЦЦБЛ. Посмотрим. Ну, это такие большие. Ебать. Это что, это все бигпаки, что ли? О, сыр. Вот это, наверное, чизбургер. А тут что у нас? Давай на это начнем с сыра. Сыра где-то. Вот такой. Ой, бля. Ебать, он здоровый. Вот такая, значит. Огромная. С овощами совсем. Ну что, пробуем. Ебать. Вот это бомба. Естественно, кефиром закрыл потом. Куда я денусь? Бля. Это почему бомба? Вкусно очень. Кстати, картошка топ тоже. Батин сушен вкусный. Бомба прям. Спасибо, Своти, тоже приятно. Ну вот эта еда, она крепит. Может, теперь попить ничего не будет. Кайф. Я люблю эти гамбургеры. Ну я маленький, а это прям огромные такие. Вкусненькие, прям шикарные. Ебать. Так.
Прям секундочку. Воспользуемся объектом доставки вчерашним. Надо попробовать салатик. Для этого мне нужна ложка. Ну, что тут ложка, что ли, да? А, ложка. Похуй. Нам и ложка пойдет. Надо салатик попробовать. Здесь не буду есть, еще на завтра оставлю. На утро. А что ж они так делают? Смотрите, какой салатик. Давайте попробуем. Помидорка. Капуста. Вообще по кайфу. Салатик на пол. Ну, в принципе, салатик на пол. Но чуть-чуть поели, хватит. Оставлю на завтра. Я просал. Вот это. Это, бля, божественное. Что, но это божественное. Не, салат нормальный. Салатик топ. Это, вот это я обожаю. Я хуею. Это бомба. Еще как жрём. Охуенно. Вот это типа чизбургера. Большого. А что у нас? Какой-то черный. Такой вот. С лучком, с котлеткой. Сейчас попробуем. А что не выйдет, я кефиром запью. Куда она выйдет-то? Это плохо. Так я же показываю. Ахуй. Не.
Нормально все, нормально. Ну, Арчи не пошарили. Все не нормально завтра будет. Арчи не пошарили. Просто. Кефира выпью и нормально. Дальше все по кайфу. Ребятки, а я же ем, а вам видос смотрю. И увидимся.